Рома и все остальные. Такие дороги у нас в Украине. Очень красиво, особенно если налево посмотреть. Покажи, Лиман. Ну, ехать реально 2 километра в час. Вот так мы едем на море. А жирные дороги. Ну, поснимай еще дольше, чтобы знали, что не так все просто. Тут, по-моему, дорог не было и нет. Но мы едем по навигатору, так что покажи, что навигатор прокладывает дорогу и говорит, что тут пробка. Очень большая пробка. Ой, так что мы таких дорог уже насмотрелись. Едешь 300 километров, но едешь, блин, полдня, не 300 километров. От одного города к другому, блин. Покажи скорость. Резкость не наводится. Не наводится, потому что я не могу ровно держать руку. Трусит машину так, что невозможно скоординироваться. Видно, перед нами машины идут, они так быстро едут. Только разгонишься, сразу начинаешь прыгать на американских горках. Но это украинские горки. Ладно, сейчас мы чуть-чуть разгонимся. Догоним эти машины. Хотя бы они нам покажут дорогу. Ой. Или наличие ям. Все, подключайтесь к нам, ставьте лайки. И мы вам покажем еще много очень интересного и захватывающего.